канал. Меня зовут Регина. Я нахожусь в космопорте. Это Леруа в городе Самара. И у меня очень коротенькое сегодня видео. Буквально, что называется, вести с полей. Это видео о том, что сегодня понизили цены. Ура, ура, понизили цены на фаленопсисы. Те фаленопсисы, вот, которые стоили 1111 рублей, они сейчас стоят 698 рублей. Вот они, красавчики. Вот такой вот красавчик тут стоит с прошлых привозов. Так. А, мультифлорочки, по-моему, так и стоили 980. Ну вот те, что стоили 1111. Вот на них цена 698 рублей. И минички в амхе. Внизу еще стоит вот палеточка. И два ценника здесь. А, нет, это накалы. Тут вот, видимо, старая цена 685 рублей. А тут фаленопсис микро 398 рублей. Не знаю, эти тоже по 398 или они так и стоят 685. Это я не поняла. Это надо спросить. Или сходить пикнуть. Я попыталась пробить цену, но там этот аппарат заставлен другими стеллажами. Пробила я цену, и нет, он так и вышел, этот микрофаленопсис, по 685 рублей. Видимо, эти две палетки пока так и стоят. Наверное, пока на нижние 398 рублей. Все равно мне немножечко непонятно. Ну, ладно. Так, бургунди. Парочка бургунди, которые были. Их уже нет. Даже по 685 рублей. Зато вот эти вот красотки все еще здесь. Кстати, мне писали, что она ароматная. Что это сорт Денмарк. И она ароматная. Знаете, да, действительно, легкий-легкий цветочный аромат есть. Да. Точно ароматная. Так. И сегодня был еще привоз, но, видимо, он, ну, в принципе, идентичен тому, что вчера привозили, потому что я особой разницы не замечаю в фаленопсисах. Так, а эти фаленопсисы, они тоже вот как стоили, так и стоят сейчас. 1333 рубля. И вот этот Sacrifice роскошный. Также стоит 3196 рублей. А, и вот палетка тоже из тех, что были за 1111, тоже 655 рублей стоит сейчас. Красавцы. Ну все, заканчиваю на этом свои сегодняшние вести. Спасибо вам всем большое за ваше внимание. Надеюсь, многих это обрадовало. Подписывайтесь на мои каналы и здесь, и в Дзен. В группу ВКонтакте, ссылочки найдете все в описании под видео. И всем пока, до новых встреч!